Видите вид из моего окна, вот этот кусок камня на балконе. А теперь смотрите, откуда этот камень попал. Вот этаж выше. Видите, вот отсюда натворился. Вот так они живут. Сегодня у нас второй день моего пребывания, 14 число. Сейчас я собираюсь поехать в древнюю столицу острова Мальта, Мдина. Где-то туда ехать на автобусе около часа, ну чуть-чуть больше. На двух, точнее, автобусах. Я вот сейчас подошел на остановку, я знаю, что мне ехать вот в ту сторону надо. Стою на остановке, там 4 автобуса, которые мне подходят. Но я смотрю, нет той остановки, где я должен сделать пересадку на второй автобус. Стою, думаю, ничего не пойму. Вроде и карту посмотрел, и все посмотрел. И вот я знаю это место, ну, название этой остановки. А потом посмотрел случайно подходящий автобус. Тут же движение-то наоборот. У нас правосторонние, здесь левосторонние. То есть получается с этой стороны, вот с этой стороны они едут вот туда, как мне надо. А на той стороне он остановка, они наоборот туда едут, куда мне не надо. Вот. Так что минут 10 я соображал, пока все-таки дошло до меня, что мне нужно перейти на другую сторону. Вот сейчас жду автобуса. На автобус еду в Мдину. Значит, автобусы тут достаточно комфортабельные. Табло, на табло все пишется, все остановки. Также их дублируют звуковым сопровождением, сначала на мальтийском, потом на английском. Еще все понятно, вот все расписано по расписанию, на что едем. Прогуляюсь по этому древнему городу Мдине, по самой его старинной части. Ну, рассказывать ничего особо не буду, потому что вы и так можете прочитать в различных источниках, а я просто мало что знаю и помню. Ну, впечатляет, впечатляет. Узкие улицы, высокие стены и дома, все из песчаника. Очень приятный цвет такой для моего глаза, голубое с желтым, голубое небо с желтым камнем. Очень красиво. Вот. Ну, не буду ничего особо сейчас говорить. Хочу, так сказать, почувствовать дух этого города, так сказать, и получить удовольствие от созерцания. Здесь просто огромное количество музеев. Но так как я небольшой любитель по ним ходить, и тем более они тут все платные, я просто пока поброжу и посмотрю архитектуру. Архитектура-то замечательная. Вот такой вид открывается с крепостной стены города Мдины, где я сейчас нахожусь. Но это, наверное, только вот с одной стороны какой-то смотрю, в сторону моря.
Видимо, эта стена есть и с другой стороны. Сейчас пройдусь по кругу и взгляну. Красота. Стена пошире, в принципе, по ней можно ходить и даже сидеть. Но здесь вот поставили таблички, что опасно. Если упадете, то сами будете виноваты, а сами отвечайте за свою безопасность. В этом прекрасном месте даже есть помещение на продажу. Вот, пожалуйста, есть телефоны. Как известно, на Мальте звонков дверных нет, и они вот такими стучалками, значит, это самое, просится в гости. Это в виде дельфина. Продолжаю прогулку по Мдине. Сейчас вверх иду, немножко запыхался. Вот, вот эти вот такие. Везде разные ручки, стучалки. Реально древний город, чувствуется. Мощные древние стены из песчаника. Очень чисто, я бы сказал, очень чисто. И я наблюдал, может, сегодня сниму, вчера не успел, что здесь моют улицы с шампунью. Прям натурально шампунью. Вот, поэтому реально чисто. Вот, и хотя курящих здесь больше, чем в Стокгольме, так, по моим наблюдениям, но бычкова не найдете, в принципе. Хорошо убираются, с утра я выходил, уборщики вовсю убираются. Так что, несмотря на то, что здесь много туристов, и город реально очень старый, тут довольно-таки все чистенько и ухожено. Со времен владычества английского остались красные будки. Привет, чуваки! Я в Мдине.
Здесь за крепостной стеной такой небольшой симпатичный парк. Небольшой, он так вдоль тянется, не широкой полосой. Дело в том, что здесь, как вы знаете, на Мальте нет собственной воды. И поэтому, чтобы содержать такой парк, нужно очень много приложить труда для полива. Поэтому тут парков не очень много, и они небольшие. Итак, обошел я вот эту вот центральную часть Медины за крепостной стеной. Сейчас тут снаружи присел в парке, нужно немножко подкрепиться. Это мой целебный напиток, можно сказать, коктейль. Вот, сейчас чуть-чуть посижу и пойду немножечко пройдусь по наружному городу. Он тоже очень старинный, ну такой же, в принципе, в те времена. Значит, здесь, если какие-то набеги были пиратов или каких-то там этих арабов, они, значит, с наружного города переходили сюда за крепостные стены, здесь все отбивали совместно атаки неприятеля.